Дома 60-х годов постройки во дворах. С тех самых пор ремонта не было. Со временем асфальт разрушился настолько, что ездить по нему стало опасно. Жители, на самом деле, страдали и очень здорово страдали на эту тему. Почему? Потому что ямы доходили, наверное, по диаметру до 2 метров и глубиной до 15 сантиметров. Машины, как говорится, ездили шепотом. Тихо-тихо. Проехать было практически невозможно, а зимой это еще более проблемно было. Ремонт внутриквартальных проездов в Самаре ведется с учетом пожеланий жителей. Так и здесь подрядчики прислушались к просьбам людей и организовали столь необходимые парковочные площадки. Парковочные места в этом, именно в этом дворе, то есть у нас будет две площадки у нас. Соответственно, они будут на 30 автомобилей. Был спил деревьев подготовлен и будет укладка. То есть, соответственно, все в сроки. Ремонт внутриквартального проезда идет по графику. Отставаний нет, и подрядчики уверяют, что закончат в срок. Гарантию дают 5 лет, а также обещают не оставлять после себя разгром. По окончанию благоустройства они также обязаны подрядчик вывести весь строительный мусор после себя, произвести обратную отсыпку бортового камня, ну и, соответственно, оставить чистоту и порядок после завершения всех работ. К концу октября во дворе домов на Волжском проспекте будет новый бордюрный камень, асфальт и пешеходные тропинки, после чего начнется благоустройство прилегающей территории. Марьяна Мирная, Василий Колдашов. События.